Новый современный свой. В Губкинском открылся асфальтобетонный завод. На нем выпускают 130 тонн дорожной смеси в час. С такой скоростью и дорожные работы будут идти быстрее. Мы сегодня видим здесь современный большой производственный объект. Продукция его, несомненно, будет пользоваться спросом. Несомненно, наши дороги, наверное, станут лучше, и город еще более краше и комфортнее. После перерезания ленточки и слов напутствия от гостей – долгожданный момент – запуск предприятия. Действительно хороший завод. Поставщик нам поставил все вовремя. Завод мы смонтировали в очень краткие сроки, за 3 недели. Ну и сегодня вот мы выпускаем первую порцию асфальта для проекта АД-40. Сказано, сделано. Продукцию нового завода сразу применяют по назначению. Асфальтобетонную смесь укладывают на дороге к дачам. 40-й проезд. У нас заключен муниципальный контракт с компанией, строительно-сервисная компания, на осуществление капитального ремонта дорожного полотна. То есть мы сейчас видим, что выполняется работа по устройству самой дороги. Ремонт 40-го проезда планируют завершить в следующем году, но автодорогу делают с опережением сроков. Новое покрытие к дачам горожане смогут оценить уже в этом году. В последующем новый асфальтобетонный завод будет выпускать дорожную смесь для ремонта не только губкинских дорог, но и всего Ямала. Алла Ислаева, Никита Мищенко, Денис Вильков. Новости Губкинского.